Сегодня приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия в Тюменской области и на Ямале. Губернаторы Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин приняли решение объявить в понедельник на территории регионов день траура в связи с автокатастрофой. Глава региона от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе. Цитирую: «Эта страшная трагедия потрясла всех нас. Гибель детей, невосполнимая утрата и тяжелый удар для родителей и близких. Искренне разделяем эту горечь и боль. Родственникам погибших терпения и душевных сил, а пострадавшим в аварии скорейшего выздоровления». Конец цитаты.